Всем привет! Едем на оффроуд почти. Он едет с нами? Не знаю. Саша. Так а что там посмотри? Закрывает шлагбаум. Да сейчас поедем, не очкуйте. Тут не страшно, не страшно, не страшно. Ну, вот, мне уже страшно. Не бойся. Я уже. Противопожарная. Помнишь, что ты тогда не это, что-то там у нас было? Противопожарная безопасность, видишь? Молодцы. Те хорошие люди думают о нас вообще. Где бы мы покатались по бездорожью? Подержи камеру, я пристегну, то пищит. А фолловерам не нравится, когда пищит. Да? Мне тоже не нравится. Поехали. Но это же противопожарное это. А, ну, чтобы, да. Чтоб... Вы поняли? А, хотя пожар, когда идет, это до одного места. Ну, когда верховой, ну, когда низовой, это помогает, наверное. Ну как, дорога, класс? Да. Да, было тут лучше. Ну, молодцы, в принципе, нефиг тут ездить. Козлы, блин, ездят по лесу. Не-не, ну я-то просто тут родился, почти в этом лесу. Мне можно. Я контролирую, чтобы не высохла танковая, я слежу за ее состоянием. Сейчас мы должны вызвать дождь. Не, ну если бы дождь было интереснее. Не, ну тут песок-то ничего не помогло бы. Тут, там, тут если бы только две недели дожди шли, все равно не помогло. Стекло сюда. Какие-то коряги. Коряги. Слышишь, мы... Не, ну правильная дорога, чё. Мы тут на Виллисе гоняли последний раз, помните? А, вы не гоняли, Саша гонял. Не проехали бы на Мерсе? Ты что, Руслан? Не, ну на каком-то... На Геленвагене проехали бы, я думаю. Так, давайте далеко не будем. Видишь, мусор вывозят за эти животинки. Из-за этого... Да не, ну не гоните, куда? Там кардан мой лежит. Я еду искать кардан. Где она, где она? Корень, посреди дерева. Я не вижу. Слепандря. А вот он вдалеке аж. О, там огромный. Господи, не пугайте меня заранее. Анжела. Я объеду его лучше. Нет, ты не объедешь. Я объеду. Не надо ехать на него. Я объеду. Зачем ты царапаешь мне машину? Там нету царапин. Есть. Я объехал. Блин, какие хорошие люди. Как они обо мне... А как они узнали, что я буду тут ехать и выкопали? Какие хорошие люди вообще. Спасибо, любимый тракторист. Эквилибрист. Кто следит за деревьями? За лесники. Дарницкому лесничеству отдельная благодарность. Так, тихо. Нормально едем. Не, ну класс. Во-первых, смотрите, никто не приедет к нам, кроме Вити. Витя на мопеде, это под мопед, видите, выкопано. Специально, чтобы мопед не сбился с пути. Не, серьезно, ну. Вообще. Но они ж... Танковая дорога. А, забор? Слева танковая, это стрельбище. Вот в этом месте всегда проблемы у нас. А блин. Потому что стреляют. Да нет, потому что там глубокая лужа, и кто-то или застрянет, потому или... Потому что стреляют. Надо ложиться, пригибаться и ползти. Не-не, мы же в окопе. Что правильно, правильно. Мы такого не видели. Что-то за елочки. Были елочки. Мы даже проезжали елочки. Это же для на Новый год это люди растят. На подъем пошли. Слышь, мы даже пониженную не включали. Давай включим. Угу. Это моей бедной коробки. Не надо пониженную включать. Она не включается. О, включается. Вот она включилась. Гранд-Чероки. Ой, подожди, трайл надо включить. Все. 5,7 Хэми. Так и надо? Угу. 5,7 Хэми. Вот и оффроуд на ровном месте. Большая палка, я не хочу, чтобы она шпала. Давай я объеду ее, давай. Объеду палку твою. Ну, в смысле, лесную. Блин, какие хорошие места вообще. Ну, молодцы, конечно, что перекрыли все. Потому что так... Где наша полянка? Скоро, скоро уже.
Да, да, мы просто медленно едем, поэтому кажется, что далеко. А там еще лежит мой кардан с ноября, с моего дня рождения лежит. Лежит мой кардан. Надо, мы его должны сегодня найти. Мы едем с определенной миссией. Чего забыть? Я не забуду о нем никогда. Смотрите. Так, сейчас. Не понял. А, все понял. Ты еще так не катался. Страшно, да? Лесопед мой. Пойте песню «Лесопед мой лесопед». Знаешь эту песню? Слышал. Хорошая. Про Гранд Чероки. Как-то она быстро, быстро потеряла. Да, ты прикинь, вот как меняет. Ой, елки, неровности. А, вот наша поля. Разве? Да. Как меняет? Не-не, так близко мы не были. Тут же стрельбище, мы же дальше были. Это что, тут нельзя сидеть? Да ты что, еще прилетит снаряд, блин. Ты что? Да, тут очень опасно. И кардан дальше это лежит. Хорошая поля. Не, ну тут опасно, ты что? Это, что я рассказывал, забыл. А он так долго еще будет? Да не, уже заканчивается. Там ну так а что, генералам это где-то... Генералам где-то надо жить тоже. А тут в лесу и в Киеве, прикинь, живет человек. И горя не знает. Короче. Танковая параллельно, вон она рядом, красивая, шикарная. Есть площадка, да? Да-да-да. Ну там тренировочный центр вообще, типа. Ну молодцы, что прокопали. Тут на самом деле дороги быть не должно, потому что она в тупике все равно упирается в танковую. И это у нас всегда резервный путь отхода, когда кто-то что-то сломал на танковой, по этой дороге возвращается или запчасти подвозят. Это хорошая дорога очень. Ну Витя как по жёлобу пойдет, видели? Как бобслеист. Конечно уверен, вон забор закончился, смотрите, я же знаю, где кардан лежит, у меня там метки расставлены, все. Блин, зеленеет, все, какая красота. Не, мой кардан со мной всегда. Нет, это не она. Чем тебе она не нравится? Смотри, хорошая поляна. Так дров нету тут. Вот, вот тут справа были. Нету дров тут, да давай. Да вот тут вот были. Справа, да, заросло. Ну давай чуть дальше хотя бы, тут да, глаз. Ну нам дрова надо, на чтобы были. Смотрите, мы где дрова. Так тут же лежат дрова, ну. Это мало. Ну, давай чуть-чуть хоть дальше. Ну. А от стрельбища, чтобы рикошет не прилетел. Да все уже. Да не страшно все равно. Руслан. Да еду я вон, вон впереди, смотрите, там полянка. Это точно не наша, мы дальше были. Она была как-то больше, мне кажется. Все, все перерыли. Направо. Злодеи. Блин! Вон, вон, ветка эта наклонена. Вот тут кардан, вот тут мой кардан лежит. Сейчас надо парковаться. Да серьезно, я тебе говорю. Вот перекресток. И на этом перекрестке кардан. Я дергал Криса. Блин, тут кардан лежит мой. Тут Витя пытался у вас перевернуть. Перекопали. Перекопали зверюги. Да не, ну сейчас чуть-чуть вперед проедем. Вон уже тут полянка есть уже. Вот это дерево надо. Да не все, все на одно лицо эти поляны. Ну там она же такая была без кустов. Разве? Да. Типа да. Ну да. Смотрите, где-то вот тут они, справа или слева. Мы были с этой, где слева? Справа мы были. Ну справа. Мы были возле той... Смотрите, да, справа. Вот того болота. Болото? Это не болото, это танковая дорога. Ну травка, какая зимой травка, блин? Какая зима уже? Весна, но еще травки пока не взошла, еще травка. Там была. Не было там? Нет, была. Вот тут где-то ищите. Мы же все ее были, мы же не были зимой. Травка, была травка выражение. У кого была травка? Была, какая травка? Какая была такая? Был мужик и возле него... Вот тут вот мы где-то были. Дерево вот такое. Где-то тут мы были, я вам говорю. Вон справа травка, вон. Все, останавливаемся, потому что... Тут деревья, где мы стоим поставим? В лесу. Ну вот, справа, вот тут, тут ров. Что-то мне странно. То ли мы не доехали, то ли мы переехали. Ну не доехали, наверное. А? Не доехали? Наверное, не доехали. Вот, вот тут были рвы вот эти. Да, откуда пыль такая страшная? Грязная машина у меня теперь. Да где? Если бы там и слева ехали, была бы грязная, а тут она чистая. Слева, по-моему, далеко не доехали. Ну вон чуть вперед и полянка. А что там не было?
Вот здесь, вот ров был вот этот. Вот она полянка, справа с травой. Узнали? Вот это, да. Узнали вы? Парковаться на дороге? И вон костер еще. И то дерево мы, помнишь, видели? Все, приехали. Оп, блин, чуть не врезался. Видели, как страшно? Вон она, танковая красота. Сейчас покажу. Вот эта сказка, вот эта танковая. Кардан оказывается чуть ближе, вообще недалеко. Я видел место, где он лежит. Сходим, попробуем потыкать лопатой, может, найдем. Сейчас передохнем после этого жесткого оффроуда и пойдем искать. Кто-то едет, тихо, тихо. Кто это может ехать такое чаще? Кто это? Скажите, как его зовут? Йохан и Бабай. А как ты нас нашел? Что-то произошло с дорогой. А ты же не видел, желоб для тебя выкопали специально, чтобы ты в желобе, как в бобслее. Абсолютно другая. Раньше было легче. Холодно или что? Короче, звезду канала нужно хорошо кормить, чтобы она нормально давала, чтобы она давала результат. Результат, блин, ты чтоб давала, на пути заедешь, там чтоб, все кардинально изменено. Чтоб звезда хороший давала контент, ее надо кормить нормально. И так каждый выходной мы кормим звезду. Я говорю, ты сейчас приедешь, там все изменено. Двигатель уже покрашен, уже начинается сборка. Да ну ладно. Сиденья переваренные, мост. Офигеть. Еще с той стороны еще, Саша, еще с той. А ты что успел сделать, дядя? Я вон тебя кормить сейчас буду. Вот это главное, потому что только собирался заказывать пиццу, Вовремя я успел. Ты звонишь, и я думаю, конечно же, да. Конечно же. Только мне сейчас еще пиццу ждать 40 минут. Задней не хватает. Не хватает задней? Ну что, ты хоть наелся или нет? Скажи. Спасибо тебе большое. Первый раз в жизни меня так накормили, отнесли с теплом. Я вообще сам детдомовский, ко мне никогда такого тепла не было. Первый раз? Все, прямо, правее уходи. Блин, чуть не упал. Главное не потерять его. Вот такой у нас звезда канала суровая. Звезду надо кормить, покормили, все. Танки не проезжали пока. Уже, Витя, там уже в такой стадии сборка машины. Сейчас я позже покажу вам. Скоро сюда поедем. Да, перекопали все. В общем, подписывайтесь, друзья, до встречи.